Вот он, красавчик, появляется издалека. Надо докупить еще, значит, пружины поменять, потому что сильно мягкие, вообще невозможно ездить, чересчур мягкие. И ракушки вот. Сюда ракушка идет такая, как на моем мопеде. Ну, такая блестящая, закрывает это все дело. Помыть резину заляпали. А так вообще все отлично. Смотри, вообще. Сюда, значит, наклеечка идет. Вот такие уже купил, что это юбилейная серия. И вот это еще такой багажник охеренный. И вот эти таблички надо купить новые, закажу сегодня. Еще такие подубитые, пошкрябанные. И вот тут идет такая табличка, вот это, и вот эта блямба юбилейная. Ну, смотрится, конечно, охерительно просто. Машина, значит, в Украине таких несколько штук, в таком состоянии это, наверное, единственный. Так что, Вася, аппарат офигенный, вопрос только, дам я тебе его или зажаблю. Скорее всего, зажаблю. Сигнализация уже стоит, метка стоит, заводится. Замочки перебрали, ключ оригинальный сделали. Работает, шепчет. Не дымит ничего, все красиво. Просто машина зверь, новенькая, грипсы, сиденье вообще в идеале просто. Ну все, радуйся.